А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки. Ну что ж, погнали играть в игру «Машина ест машину» или «Хищные машины». Или, как в народе говорят, «Car eats car». Так, ребятки, ну что ж, давайте, воздушное пространство патрулируется. Так, ребятки, нужно быть более бдительными, потому что в последнее время воздушное пространство стало просто-напросто, ребяточки, патрулироваться. И нужно быть более внимательными к тому, что будет происходить, ребятки, с нами и с нашим автомобилем. Так что, ребяточки, давайте. О, у нас, как всегда, ребятки, есть спин, который мы можем крутить. Давайте покрутим и посмотрим, что мы сможем, ребяточки, выиграть. И это просто замечательно, дорогие друзья. Так, ну что ж, поехали. Ну что, погнали. Газу, газу, газу. Вау, ребяточки, вы только посмотрите, какая у меня улучшенная система фильтрации нитро. Вау, хо-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 
разворачивайся, давай, резче. Вертолет, вертолет, давай, давай, убегай от него, Юра, давай. Посмотрите, как я верде кручу, верчу, кручу, педали кручу. Так, давай, 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 давай. Ох, понесло меня, понесло, ребята. Так, довольно-таки далеко меня занесло. Вау, полиция! Полиция, полиция! Давайте бомбочкой им. Давайте. А, у меня уже нету даже бомб, ребята. Они мою тачку помяли, вы видели? Вы видели, как точила моя помялась? Ё-моё, ребяточки, они разбили мой автомобиль. Вы представляете, ребятки, они разбили мой автомобиль. Так, ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю начать заново и проехать все-таки этот заезд уже с нормальной. Раз, два, три. Так, ну что ж, погнали, погнали, погнали. Ребятки, нас не будут, нас не ждут. Поехали. Раз, два, три, один. Погнали. Вау, давай, 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 давай. Давай, давай, тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай. Давай, ой, пошел, пошел. Давай, Юра, нитро. Ох, отличненько, Юра, давай, убегай от них уже поскорее, от этих злых и нехороших полицейских, которые меня хотят постоянно раздавить. Куда же это годится-то, ребятки? Давай бомбу им туда, вот так вот ему бомбу. Ой-ой-ой, я на какие-то шипы, ребятки, наступил. Давайте быстрее убегаем от них, потому что сейчас опять, небось, меня врежут. Так, берем, ребятки, нитро, отлично. И... Ого, мы машину раздавили. Вы это видели, ребятки, как мы с вами раздавили автомобиль. Вот это, конечно, было прикольно. Так, давай, Юра, быстрее, давай бомбу этой машине. Давай, о, отлично, мы ее, ребятки, растаранили. Ой, вторая у нас, вы видели, ребятки, получила тоже по заслугам. Вау! Ого! Ребята, вот это да! Стоит быть более внимательным, потому что мой автомобиль уже практически, ребятки, рассыпался. Отлично! Ребятки, это просто круто. Мы реально попали в отличную схватку только что с вами. И мы только что с вами отличненько прошли этот уровень. И это просто замечательно, дорогие друзья. Так, ну что ж, ребятки, давайте пойдем в гараж и посмотрим, что у нас здесь есть интересного. Так, ребятки, у нас 793. Скорость мы можем, ребятки, увеличить. Она стоит 600. Отличненько, ребятки. Теперь наш автомобиль едет в 2 раза быстрее, дорогие друзья, а то даже и в 3 раза, что неудивительно для этого автомобиля, потому что... Так, потому что, ребятки. Так, нам надо дойти, ребятки, до босса, чтобы пооткрывать это бомбастик, это вчерания и архивер, ребятки. О, локомашина, ребята, вот это, наверное, крутые автомобили, они стоят очень-очень дорого, ребятки. Так, давайте, ребяточки, поехали, что ли. Так, бомбы, устройства. Ага, ребятки, ракетница, это еще пока у нас недоступно ничего. Так, поехали, ребятки, пока будем с бомбочками. Давайте будем дальше пока проходить игрушку, а там по мере события, как будут развиваться, мы с вами будем смотреть. И тем не менее. Копы сделают все, чтобы вас поймать. Поехали.
Отличненько, дорогие друзья. Погнали, погнали, погнали. Уровень, давай, давай, газу, газу. Ох, какие у меня колеса, ребятки. Стали намного помощнее, чем были до этого-то. До этого вроде такие были, так себе. А это уже такие мощные колеса. Вау, ребята, вы только посмотрите, как я лечу. Лечу, 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 педали кручу. Ох, упал на, ребятки, на, скажите мне, на колючке. На колючке моя машина упала и разбилась, ребятки. Так, давайте повторим, давайте возьмем сначала, поехали. Копы сделают все, чтобы вас поймать. Да, копы, конечно, в этой игре, ребятки, довольно-таки сильные. И стоит обращать огромное внимание на то, чтобы они нас не съели. Потому что, ребята, копы в натуре очень крутые. Так, давай, поехали, 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 поехали. Взять, взять, взять. 3, 2, 1, погнал. Бум-бум-бум. Ой. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой, ребятки, наша машина уже довольно-таки помялась. И надо... О, мы с вами взяли такую штучку прикольную, которая нас увеличит немножко. Отлично, ребята. Теперь нитро, перескакиваем через эту злую и нехорошую. Ого, ребятки, машину раздавили. И свою раздавили, и чужую раздавили. Ого, ребята, все, моя машина сейчас уже распадется, ребятки. Ее распилила пила. Не смогли мы с вами пройти, ребятки, этот уровень быстро и без проблем, придется немножко повозиться. Но ничего, мы с вами, ребятки, как вы знаете, не глупые и сделаем все возможное для того, чтобы это все работало. Погнали! Бум-бум-бум-брум-бум-бум-брум. Так, пишут мне здесь знаки, ребятки, что здесь водятся даже крокодилы, вы представляете? Ого, ребятки, у меня полицейская машина таранит. Давайте бомба. А, нет, у меня бомба-то. О, отличненько, бомба, ребятки. Я ей бомбы. Бомбы даю, бомбы. Все, ребятки, она... Опа, мы перелетели, ребятки. Все поломались, а мы перелетели. Все поломались, а мы перелетели. Ох, вот так вот бомбочкой ее убиваем. Ой-ой-ой, давай, Юра, нитро. Тихо-тихо-тихо, стой. Давай, Юра, еще раз. Нитро, давай, через эти пилы проходи, Юра. Пилит пила, пилит нас. Давай-давай быстрее. Давай, переворачивайся на животик. Ну что же ты, как не свой, как не родной, а? Поехали. Да что ж ты будешь делать, а? Ох, вот так вот я и думал, ох. Хоть кристаллов, ребятки, насобирал. Ой-ой-ой. Ребятки, почему это меня ударили током? Надо полицейскую машину переехать-то, ребятки. О, мы бомбу ей скинули, ребята. О, одну полицейскую мы задавили. Сейчас и вторую задавим. О, отлично, мы ее съели, ребят, вы видели? Мы с вами попросту ее захавали. Ой-ой-ой, ребята, напоролся на такую неприятную штуку, как этот арбуз, или это кактус какой-то, или арбуз с колючками, кактус, наверное, кактус, ребятки. Ого, он уже практически совсем разбил мой автомобиль, ребята. Ребята, полиция меня разбила, все-таки мне надо улучшать бронь, потому что без брони я совсем, ребяточки, никто, и давайте будем возвращаться... в гараж и увеличивать будем нашу бронь, потому что реально мы без брони, ребятки, вообще никто. Так, урон, ребятки, это который мы будем наносить, да? А это броня, ребятки, улучшить 900. Ого, нам пока не надо, а урон какой мы? Ого, ребятки, мы пока не заработали денег, чтобы столько всего мы смогли с вами осилить. Так что давайте, ребятки, вернемся лучше назад в гонку и будем продолжать, аж пока не соберем достаточное количество рубинов, ребят. Вот потом уже будет разговор другой. Две бомбочки я выиграл и 5% брони. Погнали! Бах, бах, барабах, бах, бах. Так, тихонечко едем, забираем все, что нам нужно. Отлично. О, сзади полицейская машина, ребят. Давайте ее подорвем бомбами. Да что ж ты будешь делать? Это ж такая нехорошая машина, а? О, ребятки, все, она подорвалась. Но дело в том, что и моя репутация, ребятки, довольно-таки подпорчена. Посмотрите, меня сейчас вроде бы и пытаются вылечить, но вот эти пилы, которые стоят, они меня просто хотят, ребятки, разрезать на части. Да что ж ты будешь делать? Надо было нитро включать, а я опять упал.
Так, поехали, 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 ребятки, вперед. Шестой уровень мы должны обязательно сегодня пройти. Чтобы в следующий раз мы начали с седьмого уровня, победили босса и открыли, наконец-то, уже комбайн. Отличненько, дорогие друзья. Поехали. 3, 2, 1, погнали, вперед. Так, едем, едем, едем. Тихо, пока нитро не тратим. Едем, едем, едем. Вот здесь вот можно немножко. Вот, надо было сильнее. Конечно же, да что ж ты будешь делать? Давайте бомбу ему. Давайте. А второй раз бомбу нельзя ему? Да что ж ты будешь делать? Давай вот так вот. Меня колючки опять эти раздавили, ребят. Ну как так можно-то? В прошлый раз я доехал уже довольно-таки далеко. Довольно-таки далеко. И в этот раз опять мне пришлось на самом старте, ребятки, и уничтожиться. Так, рубины я могу получить, ребятки, за денежку или за просмотр видео. Так, ну это мы уже, ребятки, потом. А, у меня, ребятки, всего 6 рубинов плюс 10%. Ребятки, у меня даже рубинов уже не хватает на то, чтобы пройти эту замечательную уровень, дорогие друзья. Так, ну что ж, дорогие друзья, я предлагаю вам, ребяточки, 646 у меня рубинов. Чего-то не хватает-то. Всего хватает-то. Броня 10%. Вот мне надо ее будет улучшить. Так, ребяточки. Ну что ж, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу, ребятки. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. А в следующей части мы с вами уже, ребятки, немножко будем играть по-другому. Я хочу немножко сделать один фокус. Попробовать, чтобы у нас было очень много рубинов, чтобы мы себе ни в чем не отказывали. Ну реально, потому что ездить так больше невозможно. Так, ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. И с вами был, как всегда, Юра. Обязательно нажимаем на клоуна, которого вы видели на экране. И пока-пока.